И вот так у нас будут еще приваренные пики. Вот такие секции забора. И вот готовая красота, покрашенная. Подписчикам канала Райская усадьба привет. Сегодня у нас идет строительство забора. Секции изготовлены на производстве, покрашены. Сейчас их нужно выставлять, подгонять по размеру и крепить. Пока что просто их повесили, висят под собственным весом, держатся. Собрали мы 5 секций забора, секции прибурили, заанкерили бетону. Сейчас осталось выпилить в размер нужные бочонки и соединить секции между собой с помощью болтов, чтобы все у нас было красиво. Такой шикарный забор получился. Секция у нас сделана из трубы 20 на 20. Полимерно-порошковая покраска, коричневый цвет. Лучше сказать, шоколад. Сверху приварен вензеля, пики. Вот такая конструкция. Всем зрителям, подписчикам канала Райская усадьба привет. Сегодня у нас продолжение, скажем так, заборной эпопеи. Поставили мы еще 5 секций забора. К 5 уже установлено. Вот, осталось у нас соединить их между собой бочонками. Сейчас снаружи увидим, посмотрим, как все выглядит. Вот так это все выглядит снаружи. Все ровненько, красиво, аккуратно. Это пошли предыдущие секции, в тот раз, которые установили. Все, да? Люди подъезжают такие. Ох, какой красивый у них забор. Поворачивают голову. Вот так вот говорят. Ну или будут говорить. Ну, окончательно поснимаем еще, когда соединим между собой бочонками, чтобы забор натянулся, стал ровненький. Еще более красивый. Установили вот такой забор премиум класса. Покраска супер-пупер. В 2 слоя, между прочим. 80-17, шоколад. Труба изготовленная, оцинкованная, профильная. 20 на 20 на полтора. Сейчас доделываем некоторые штрихи. Такие вот стяжки ставим между секциями. Здесь будет светильничек стоять. Такие секции получились. Вот ровно, красиво все. Сейчас у нас ливанет дождь, град. Тучи, видите, какие. Сейчас мы переходим в зону навеса. Будем вон стоять у нас, если вы видите, перила. Будем монтировать сейчас. Вот такой град. Наш объект — забор. Забор. Идем дальше. Вот дождь пошел. Бежим, бежим.
секции награждения. Такими анкерами. Будет вот такая красивая секция. Будет сверху еще доска для перил. Закладные пластины. Сейчас подготавливаем. Отпиливаем. Давай туда подальше. Зачищаем. Теперь протяжка анкеров. Дождик идет опять. Сейчас минут 20, потом выравнивать. Это будет, наверное, смотреться гораздо. Ну, снимется пленка, соответственно. Будет смотреться гораздо круче. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!